Здравствуйте. Проводим общественный опрос. Кремль начал подготовку к выборам президента в 2024 году с участием Путина. Вы проголосовали бы за Владимира Владимировича? Я не доживу. Так год остался всего. И сколько? Откуда же мне знать, сколько вам лет? Вы же ничего о себе не рассказываете никогда. Вы за Путина проголосовали бы в 2024 году? Добрый день, молодые люди. Проводим общественный опрос. Скажите, пожалуйста, вы отдали бы свой голос за Путина в 2024 году? Нет? Нет. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы проголосовали бы за Владимира Владимировича в 2024 году? Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы за Владимира Владимировича в 2024 году проголосуете? Да. Здравствуйте, сударыня. Скажите, пожалуйста, вы проголосуете за Владимира Владимировича в 2024 году на президентских выборах? А вы от кого? От себя. От себя нет. А почему? Молодые люди, здравствуйте. Скажите, за Путина проголосуйте в 2024 году? Типа нет. Здравствуйте. Проводим социологический опрос. Скажите, пожалуйста, вы за Путина проголосуете в 2024 году? Здравствуйте. Один архиважный вопрос к вам есть. Скажите, вы за Владимира Владимировича на следующих президентских выборах проголосуете? Не знаю. Я еще не определился. Вряд ли. А почему вряд ли? Скажите, пожалуйста, вы за Владимира Владимировича проголосуете на следующих президентских выборах? Обязательно. Добрый день, молодой человек. Мы опрос проводим общественный. Скажите, пожалуйста, вы за Путина в 2024 году проголосуете? Он будет баллотироваться, по всей видимости. Не знаю. Может быть. Я вообще нейтрально отношусь к политике, так что, наверное, не буду. А как думаете, Владимир Владимирович победит в очередной раз? Безусловно. А вы проголосуете за Владимира Владимировича в 2024 году? Нет. А почему? Можете объяснить? Здравствуйте, милые дамы. Скажите, пожалуйста, вы проголосуете за Владимира Владимировича в 2024 году? Конечно. Здравствуйте, молодые люди. Скажите, пожалуйста, вы за Владимира Владимировича Путина проголосуете на следующих президентских выборах или нет? Не знаю. Еще думаю. Понял вас. А вы? Не знаю. Тоже не определились. А как думаете, победит Владимир Владимирович в очередной раз? Пятый. Не знаю. Без понятия. Понял вас. Спасибо. Всего вам наилучшего. Конечно, это же. Разве можно предсказать результаты выборов? Проводим общественный опрос. Скажите, пожалуйста, вы проголосуете за Владимира Путина в 2024 году? Это будет интересно, но думаю, что нет. А почему нет? Давайте без конкретики. Не очень хочется. Я вас понял. Как думаете, победит Владимир Владимирович в очередной раз? Думаю, да. Понял, спасибо. Да. А вы что думаете? Я предпочту оставить мнение про себе, потому что, ну, это дело личное. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы проголосуете за Владимира Владимировича в 2024 году? Однозначно. Однозначно. Здравствуйте, сударыни. Проводим общественный опрос. Скажите, пожалуйста, вы за Путина в 2024 году на президентских выборах проголосуете? Я да. Конечно, проголосую. Обязательно. Спасибо. А почему? Потому что он мне нравится. Скажите, пожалуйста, вы за Владимира Владимировича проголосуете на следующих президентских выборах? Обязательно. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы за Путина в 2024 году проголосуете? Конечно. Здравствуйте. Проводим общественный опрос. Скажите, пожалуйста, вы за Владимира Владимировича проголосуете в 2024 году? Обязательно. Спасибо. Вот это демонстративный непатриотизм. Британский флаг в московских окнах. А решеточки-то все-таки повесили. Хоть и на втором этаже. Владимир Владимирович Путин, по всей видимости, будет баллотироваться в 2024 году на пост президента. Вы проголосуете за него? Молодец, если здоровье есть, пусть работает. Кремль уже начал подготовку к выборам. А вы там же работаете в Кремле, знаете? Нет, я новость прочел сегодня. Что такое утверждаете? Новость прочел сегодня. В желтой прессе? Не в желтой, в нормальной. Нормальная пресса какая у нас? Какая? РИА Новости, ТАСС. Ну, придете, прочтите. Зачем ты по ушам-то ездить? А почему вы проголосуете за Владимира Владимировича? Ну как почему? За страну не обидно, за державу не обидно. По крайней мере, сейчас стало. Я советский человек. Это понятно, да? 90-е годы вспомнишь. Дяденька, дай шоколадку, блядь. Сейчас сами дать можем. И не только шоколадку. Сегодня повкуснее. И пора, пора. Сколько врать-то можно? Кому? Про нас.
Вы имеете в виду коллективный Запад? Ну да, начиная с англичанки, которая еще при царе опять насрала. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы за Путина проголосуете на следующих президентских выборах? Да, проголосую. А почему? Ну, я не вижу замены. Ну, это достойный контраргумент. Ну, а какой вам нужно еще? Я бы не хотел, чтобы он уходил. Ну, он, скорее всего, и не уйдет. А. Потому что все-таки у нас в стране большинство его поддерживают. А, ну, хорошо, я очень рад. А молодежь почему-то не поддерживает Путина каким-то процентом? Ну, молодежи надо обновление, естественно, своих молодых. Но пусть своего молодого ставят. Если не пускают на выборы, как своих ставить? Нет, ну как, вы уж прямо совсем. Такого, чтобы вот человек, если действительно себя как-то проявляет и идет, то его всегда поддержат. Типа вот Жириновского любили, любили. И жалко такой ушел это... Вы за Владимира Владимировича проголосуете на следующих президентских выборах? Да, конечно. А вы россиянин? Нет. А ну тогда вам не предоставят такой возможности. Собираетесь гражданство российское получать? Пока не думаю. Пока не думаете. Спасибо. Здравствуйте, проводим общественный опрос. За Владимира Владимировича проголосуете на следующих выборах? Нет, спасибо большое, не надо. Так, да или нет? За кого голосовать-то? Ну вот в этом-то и вопрос. Что вы боитесь-то? Бояться чего-то. Чего бояться? Что, сглазить, наверное? Девушки, здравствуйте. Проводим общественный опрос. У меня к вам архиважный вопрос. Здравствуйте, у меня к вам вопрос есть. Вы проголосовали бы за Владимира Владимировича в 2024 году? Нет, не знаю. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а вы бы проголосовали за Владимира Владимировича в 2024 году? За кого? За Владимира Владимировича Путина, действующего нет, президента. Ни в коем... А почему нет? Здравствуйте, сударыня. Скажите, пожалуйста, вы бы проголосовали за Владимира Владимировича в 2024 году? Нет. О, Господи. Это что, от нас зависит? Не знаю. Наверное, зависит. Здравствуйте. Проводим общественный опрос. За Путина проголосуйте на следующих выборах? Не хотят отвечать. Я специально показываю, какое количество людей не оборачиваются, проходя мимо. Если вы думаете, что это только у меня такая ситуация, то ошибаетесь. Просто кроме меня никто этого не показывает. Не показывают блогеры и журналисты того, что остается за кадром. Потому что это неинтересно и скучно. А я считаю, что это очень важно. Для того, чтобы понимать ситуацию в стране комплексно. Молодые люди, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы за Путина проголосуете в 2024 году? Посмотрим. Ну, у вас... Дожить еще надо. А вы вообще довольны Владимиром Владимировичем? А, ну, не знаю. Без комментариев. До свидания. Здравствуйте, мы проводим общественный опрос. За Владимира Владимировича проголосуете в 2024 году? Здравствуйте, у меня к вам есть вопрос. Скажите, пожалуйста, вы за... Я понял. Здравствуйте, молодые люди. За Путина проголосуете в 2024 году? Девушка, здравствуйте. Проводим общественный опрос. За Путина проголосуете на следующих выборах? Добрый день, молодые люди. Проводим общественный опрос. За Путина проголосуете? Мне интересно. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы отдали бы свой голос за президента Путина в 2024 году? Опрос проводим. Вы за Путина проголосуете на следующих выборах? Здравствуйте. Проводим общественный опрос. Скажите, пожалуйста, вы за Путина проголосуете в 2024 году? Ноль эмоций. Здравствуйте, проводим общественный опрос. Есть один вопрос. Владимир Владимирович, по всей вероятности, будет баллотироваться. Вы за него проголосуете? Здравствуйте, проводим общественный опрос. Скажите, пожалуйста, вы за Путина проголосуете в 2024 году? Здравствуйте. По всей видимости, Владимир Владимирович будет баллотироваться. Вы за него проголосуете в 2024 году?